В Якутске прошла эстафета передачи огня вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Огонь зажгли в национальном парке Ленские столбы и пронесли эстафетой по улицам Якутска. Первым факел принял олимпийский чемпион по вольной борьбе Павел Пинигин. Далее огонь пронесли известные спортсмены и деятели в области физической культуры и спорта. Факелоносцы преодолели более 2 километров при температуре воздуха минус 46 градусов. Потом огонь побывает во всех муниципальных образованиях Кузбасса, принимающих игры, и завершит путь на церемонии открытия соревнований в Кемерове. Спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе Кемеровской области. В программе соревнований лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд и другие виды спорта. Впервые пройдут состязания по кёрлингу, фристайлу и конькобежному спорту. Особенностью игр станет проведение соревнований по волейболу на снегу и киберспорту.